Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Сотрудник налоговой прикрывал бизнес своего приятеля. Об этом сообщает Кировское УФСБ, которое сейчас решает вопрос о возбуждении уголовного дела на сотрудника инспекции Федеральной налоговой службы России по Кирову. По данным правоохранителя, он помог знакомому директору одной из фирм уклониться от проведения выездной налоговой проверки. Ущерб федеральному бюджету от этого оценивается в 15 миллионов рублей. За злоупотребление должностными полномочиями сотрудник налоговой может получить до 4 лет лишения свободы. Программа «Экономика». Кировчане стали чаще брать патенты. За год число патентов, которые получили ИП, выросло на треть и составило почти 4500. Предприниматели заплатили около 90 миллионов рублей. По данным налоговой службы, самый популярный вид деятельности для покупки патента, как и в 2016 году, розничная торговля, 720 документов. На втором месте парикмахерские и косметические услуги, на третьем – транспортные услуги по перевозке грузов. 7,5% получателей патентов смогут воспользоваться налоговыми каникулами и применять нулевую налоговую ставку в течение 2 лет. Такая возможность есть у предпринимателей, которые регистрируются впервые и работают в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг. Экономика на 101 FM. Розница впервые за 2 года показала рост. Оборот розничной торговли в 2017 году составил 184 миллиарда рублей. Это на 1,5% больше, чем в 2016. В среднем каждый житель области потратил на покупку продовольственных и непродовольственных товаров 142 тысячи рублей. По этому показателю, как и в 2016 году, Кировская область на 9-м месте среди регионов ПФО. Самый высокий оборот на душу населения в Татарстане – 217 тысяч, самый низкий – в Мордовии – 107. В завершение о валютах. Доллар сегодня 56 рублей 4 копейки, курс евро 70 рублей 10 копеек. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.